мое несчастье, герань. Мне ее подарила свекровь, она так красиво цвела. А потом что-то она вот такое мне выдала, недоразумение. Она розовая, красивая, ну как-то так, нам, может, надо вообще вот это обрезать. Ладно, пускай. У меня в доме никто не любит, как пахнет герань. Все кривятся. А мне нравится. Вот так вот листик потрешь. А, все представили. Это сказать, кто не любит. Ой, а мне нравится. Ой, класс. И хочу уж вам показать красоту. Красоту. Посмотрите. Гляньте на эти капельки. Видите? Класс, да? Сейчас так поближе тут усик подниму. Вообще, сейчас вообще не пахнет. Только солнце сядет и сразу запахнет. На этой нету капелек. Вот эта первая распустилась, я вам показывала. Вот видите, какие капли. Нектар. Вообще висят такие прям капелюхи. Класс. Гляньте, девчонки. Красота. Я, конечно, не пробовала, сладенькие, не сладенькие. Надо пальчик туда макнуть и попробовать. А здесь, кстати, тоже есть капельки нектара. Это уже позже корзиночка. Я их корзиночками называю. Это попозже распустилось. А вот подходит еще одна. Но я уже к этому аромату привыкла. Видите, как они потом так вот раз. Вот бы посмотреть, как они вот поймать момент, когда они распускаются, ну, лопаются вот эти вот конвертики. Такие прикольные, как кожаные, да? Ой, природа такое вытворяет. Да я пытаюсь засунуть туда. Вот так. Ой, не получается. Вот она, вот, кстати, этот конвертик висит вот на этой вот, на этом усике. Надо его как-то пристроить, замотать. Туда опущу. Церковь звонит, служба вечерняя. В общем, ребята, сегодня я, хотела сказать, погуляла, поработала. Сделала две банки огурцов. Такая-то хуя, что-то тишина. Ну вот, а, вот, смотрите, что я вам и говорила. Здесь тоже начинается зарождаться цветение. Вот так зарождается цветение. И вот этот цветоносик, я не знаю, сколько, пока что один вижу. Может быть, где-то еще появится. Может, он где-то еще есть, и я просто не вижу. Ну, в общем, здесь тоже будет корзинка другого цвета, потому что это другая хуечка. Все, ребята, иду гулять. Иду прогуляюсь. Хотела вам еще показать свою сансевьеру. Она тут у меня на окошке стоит. Скоро выпадет с окна. Как-то гуляла, шла по улице, и бабушка. Надо ее в душ потащить, помыть. Бабушка сидела старенькая и в таком, знаете, одноразовом стаканчике. Видите, вот такая красивая. Она почему-то падать решила. Это вон, ох, какая. Продавала маленький росточек. Там что-то за 10 гривен. Тогда это вообще... Ну, сейчас это вообще ничего. Тогда это, ну, недорого, в принципе, было. Но я купила. И вот уже я тут куме своей отселяла. У нее тоже уже вовсю растет. Надо ее, короче, где-то ставить вниз, потому что она вот так что-то нагинается у меня. Вот раньше такого не было. Прямо она в комнату сюда падает под своей тяжестью, эти уши. Ага, я просто сейчас разверну горшок вот так вот. Я здесь штор нету. Все, я никак поклеили новые обои Сереже. И началась, в общем-то, ребята, вот такая вот у меня комната. Эта сторона спальни в серых тонах. А здесь вот такой вот орнамент. И началась война, и все понеслось, уже было не до занавесок, надо было купить карниз. Вот, вот сейчас я пытаюсь, я горшок разворачиваю и вот так вот. Я приду ее, конечно, покупаю. Вон я дотронулась до нее, и пыль летит. Все вот так я ее. Да, она просто была развернута не в ту сторону. Так вот, насчет того, чтобы если ее где-то поставить вниз, надо, чтобы было освещение хорошее, потому что вот эти вот полосочки, они только на хорошем освещении формируются. Если не будет освещения или мало будет, то будет вот так, без желтой полосочки.
А я прям, ну вот специально я хотела именно вот этот, ну, сорт. Вот мне очень хотелось, вот они такие классные. Она вообще такая интерьерная красавица. Она у меня уже метровая. Видите, докуда? О! Ну, у многих, наверное, есть такие вот растюхи. Сансивьера. Может, я неправильно раз... А вот, кстати, вот, видите, листочек не сильно вот нету на нем. Что-то вот он формировался, когда здесь было мало солнца, вероятно. Он рябой такой, но вот нету вот этих желтых полосочек. Может, потом проявится, посмотрю. И где-то я видела там новый росточек. А, вон там. Я развернула горшочек. Вот новый росточек. Вот тут вот. Мне хочется, чтобы было вот так много-много-много утыкано. Прям вот много стрелок, чтобы был прям такой пышный-пышный куст. Будет здорово. Ну, так вот. Но уже вот кума пришла, говорит, слушай, я так хочу такую же. Я говорю, нема проблем. Я вот здесь где-то с краю откопала, аккуратно отделила. Это было непросто, но я отделила. И недавно пришла к ней, у нее так она уже на полу стоит, так подросла, такая тоже уже взрослая. Орхидея у меня здесь стоит, ребята, единственная, которая в этой комнате. Это Golden Beauty вторая. У меня одна стоит в зале на южной стороне, а эта стоит на северной, тут только после обеда солнце. Я ее очень редко поливаю, там, даже не знаю, раз в 3 недели. Ну, сейчас поливала на прошлой неделе. Еще мокрые корни. В общем, на тут еще будет. Вот на этом окне очень часто у меня получается так, что я их не одну уже загубила на этом подоконнике. Потому что бежишь всех пролить. И сюда лучше с лейкой не заходить, в эту северную комнату, потому что потому. Ну и здесь, конечно, радиатор, но посмотрим, как в этом году будет топиться. А, сейчас нам сказали, что уменьшили, по-моему, да, девочки, кто в Украине живет, до 16-17 градусов. Ну, у нас как бы высокий этаж, и у нас, в принципе, нормально. Ну, мои нормально это 20-22, потому что у нас арки вынесены, и у нас за счет этого прохладно. Вот те, кто арки не вынес, балкон не раскрыл, у тех, конечно, потеплее, чем у меня, у тех 25-26. На нашем же этаже, в таких же точно квартирах. Но я люблю, когда вот так, прохладненько. Красавишна, да, ребят? Все, бегу. Бегу, всех обнимаю. Всем хорошего дня, хорошего вечера и мирного неба. Всем пока-пока. Ребята, у нас не работает лифт. Иду пешком. Один приезжает снизу, а второй что-то... Один, который приезжает снизу, он на этажах не вызывается. А второй, который вызывается на всех этажах, сломался. У меня сегодня вот такой турецкий огурец, платьечко, микровельвет. Знаете, как все блогеры, крупные блогеры, показывают свой лук постоянно. Я не люблю. Что есть, то делаю, пошла. Ну вот сегодня под руку попался огурец. Это сейчас на свет выйду. Это такой, девочки, микровельвет. Классно, я люблю это платье. Это я ключами торчу. Такое хорошенькое. Оно коротенькое. Думала там, у меня все... О, кстати, здесь так хорошо постелится, это какой нижний. Здесь прям ребята сделали шведскую стенку, у меня на лоджии такая. Кафель положили, здорово. А, это вот этаж у нас вот с такой вот красотой. Видите? Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. А, такой веселый этаж. Вот видите, пример вот такого вот красоты. И плиточку положили, и стену так. С лифта выходишь, так раз. Красота. Все, иду дальше. Иду гулять, ребята. Нам навезли соли. Вот такая. Вот такая. Вот такая. Вот такая. С разных стран. Так, вот такая. Еще вот такая.
По разным ценам. Какая хочешь. А, там еще какая-то, да? А вот еще вот такая, вот такая вот. Румыния. И там еще, да? Ага. Где мука рядом? Я поняла. Короче, какая хочешь соль.